день открытых дверей в Тамбовской православной гимназии. Прием в гимназию осуществляется на конкурсной основе, а выпускники получают аттестат о среднем образовании государственного образца. Наша гимназия – это предпрофильное обучение по направлениям архитектура и дизайн, углубленное изучение английского и китайского языков, специализированное обучение IT-технологиям и робототехнике, приобщение к православным и семейным традициям. Наша гимназия – это православные традиции и инновации 21 века. Наша гимназия была построена по благословению высокопреосвященнейшего митрополита Феодосия Тамбовского и Рассказовского и торжественно открыта и им освящена в 2016 году. С этого момента началось обучение детей в стенах этого учебного заведения. На данный момент в нем обучается 309 человек детей. Сегодня в нашей гимназии день открытых дверей. Мы пригласили родителей будущих первоклассников наших для того, чтобы их познакомить с образовательным процессом, который проходит в нашей гимназии, и с условиями обучения в стенах нашей гимназии. В нашем учебном заведении реализуется федеральный образовательный стандарт. Особенность этого федерального стандарта, дополнение, точнее, к нему, в нашей гимназии – это китайский язык. Также в дополнение к федеральному стандарту в нашей гимназии реализуется православный стандарт, который состоит из таких предметов, как церковно-славянский язык, церковное пение, основы православной веры. А в старших классах, в внеурочной деятельности, это такие предметы, как логика, древнегреческий язык и латынь. По окончанию нашего учебного заведения, нашей гимназии, ученикам выдаются аттестаты государственного образца. Наша гимназия отличается от всех других школ, потому что в нашей гимназии другая форма. Здесь учат по-другому. Здесь очень добрые и ласковые учителя. Они всегда помогут в любую минуту. Они объяснят, что как делать. У нас есть основные предметы, основы православной культуры. По утрам всегда мы начинаем с молитвы. Здесь мне нравится предмет больше всего, наверное, ОПВ, потому что он очень интересный и всегда интересно познавать истории из Евангелия и Библии. Больше всего мне нравится окружающий мир. Там можно, я люблю делать опыты. Самый простой опыт – это стаканчики с водой и добавлять туда краску. И вода меняет цвет, это реакция. Мои любимые предметы – это английский, потому что на нем мы изучаем английский, а потом можно поехать в любую страну. И еще мне нравится математика, потому что я хочу стать ортодонтом, а чтобы для ортодонта важно все знать в цифрах, чтобы нигде не ошибиться в расчетах, нужно хорошо знать математику. В этой школе мне нравится несколько предметов. Мне больше всего нравится биология и физика. Биология мне понравилась больше всего из-за того, что очень интересный учитель. Еще я участвовал в общеобластном конкурсе, где участвовали все наши школы Тамбова. Там как раз и наш учитель собрала команду, и мы делали презентацию и узнавали, какой мед следует покупать. Изучая ОПВ, мы становимся добрее, и в итоге у нас получаются очень сплоченные классы, и мы всегда помогаем друг другу и никогда не бросаем никого в беде. Мои одноклассники, многие занимаются спортом, мы любим разные виды спорта. Сейчас я в команде по волейболу. У нас очень большой просторный спортзал и достаточно новый. Наш тренер Андрей Геннадьевич нам помогает в физическом развитии. У нас 7 класс – это самый старший на данный момент класс в этой школе. И хотелось бы пожелать младшеклассникам терпения, и чтобы они не отвлекались, так как очень трудно будет потом наверстывать упущенное. Как говорится, с горы прыгнуть легко, а забраться не очень.
Нам очень нравится эта гимназия. Дочка ходит, учится с удовольствием. Есть у меня с чем сравнить, так как два старших ребенка находятся в обучении в другой гимназии. Была бы возможность, я бы старших детей сюда перевела, но у нас пока нету, тут только до 7 класса. Дитё всегда приходит мое радостное. И хотелось бы отметить именно духовное и нравственное воспитание, которое уделяют педагоги школы детям. И еще хотел бы сказать, что здесь неформальное отношение педагогов к процессу воспитания, к процессу обучения, а это именно чувство, которое хотят передать педагоги и знания педагогическое свое передать детям. Вот это очень ценно, вот это по-настоящему то, что я считаю, как раз отличает нашу православную гимназию от других школ. Спасибо вам большое. В начальной школе нашей гимназии созданы все условия для успешного старта учеников в их жизни в школе. Кабинеты оснащены всем необходимым техническим оборудованием и самыми разнообразными наглядными пособиями, что дает возможность сделать уроки интереснее и насыщеннее. Сегодня в нашей школе прошел День открытых дверей, и 1 сентября мы приглашаем и ждем новых учеников. Ну, а всем нашим дорогим гостям хотелось бы пожелать, чтобы они, увидев сегодня весь процесс обучения, привели своих детей, пожелали своим родным и близким, чтобы их детки обучались в нашей духовной гимназии, для того, чтобы не просто получить светское образование, но еще и выйти из стен нашего учебного заведения верующими православными христианами, которые понесут проповедь Слова Божия дальше в трудовые коллективы, где они будут трудиться и вообще, где они будут находиться в жизни. Божьей помощи всем нам!